Сегодня обзор друга канала СВ, это Ашраф из Египта. У него очень много работ интересных, которые есть в Play Market. И, естественно, ссылочка на данный циферблат, который вы видите, и все остальные будут в описании видео. В данном случае циферблат такой более женский, но, кстати, там есть несколько интересных сюжетов, которые подойдут, я думаю, и мужикам. Обязательно досмотрите ролик до конца, именно в самом конце будет очень интересная и полезная информация. Просто хороший режим AOD, который виден не только в сумерках или в комнате, но а также на хорошем свете, на солнце, как я сейчас вам продемонстрировал, это под яркой, очень яркой лампой. Вся необходимая информация на нем прекрасно видна. Шикарнейшая картиночка, как вы сами видите, в очень хорошем разрешении. Самые мельчайшие прорисовочки очень хорошо видны. Даже на листьях вот эти вот, как ее там, черточки, да, прожилки видны очень хорошо. В данном циферблате в настройках присутствует несколько цветов стразов, да, по-моему, так они называются. Если не так, то, пожалуйста, поправьте меня в описании видео. Также у нас, дорогие друзья, есть разделение цветов стрелок, как минутный, так и часовой, и секундный тоже. Десять сюжетных картинок фона данного циферблата. Они высокого, даже сказал бы, высочайшего качества. В настройках дополнения есть один виджет, куда вы можете поставить, например, погоду, также еще ниже ярлык виджета и 5 настроек ярлыков приложений. Пожалуйста, выбирайте любой из них, а также можно выбрать какую-то команду или преднастройку, которая находится предустановленной в часах. Ну а теперь к той интересной информации, которую я обещал дать в начале этого видоса. На данном этапе есть 70% скидка на данный циферблат, а также несколько десятков промокодов, чтобы скачать его бесплатно. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, и первым несколько человеком, десяткам человек, я дам промокод на скачивание данного циферблата. И неважно, в какой стране вы живете, если вы даже в России не знаете и не умеете, и не можете применить промокод, мы и в этом вам поможем. Поэтому обязательно пиши свой комментарий.